Сарантаранцы, вами Ариран, сегодня мы с моими айвяшками, то есть с вами будем смотреть видео, которое называется «Кей-поп, песни, убийственные партии». Может, я не так я как вижу, так и перевожу. Ссылочку на оригинал оставлю в описании, это одно из тех видео, которые мне прислали айвики. Ссылочки бросайте прямо здесь, под видео в комментариях, а теперь погнали. Это коллекция партий из кей-поп песен, которые... короче, убивают. Это не что-то... это не рейтинг. Ну такие, типа, заедающие. Да, есть такая тема. Да, это тоже. Но это, знаете, видео, типа, по типу «Попробуй не подпевать». А если мы сейчас это видео посмотрим, мне кажется, эти партии еще больше отпечатаются. Йоу, кивоталки, бэм-бэм, что ты делаешь? Че это кто-то? Я вообще не понимаю, что он там проговорит. Это очень быстро. А, да, это тоже есть такая тема. О, да. Он еще так сделал. У него такая классная там прическа была. С рядом. С проборчиком. Я бы не подумала именно про эту партию, но сейчас, когда я слушаю, типа, да, да. О, боги. И эти руки. Вы знаете, я вот постоянно вспоминаю свою первую реакцию, когда я только смотрела этот клип, и вот эти вот странные ощущения, когда ты слышишь именно эту строчку в исполнении Чимина, ты думаешь, типа, это что? Что сейчас было только что? Ой, себе еще так голос понижает, прикольно. Я не успела ничего прокомментировать. Короче, я люблю тот клип. Вот так. Но я не слишком много наслушала эту песню. Это просто уже легенда. Что такое подсовка? О, да. Кстати, да, вот этот момент с выступления я видела значительно чаще, чем сам клип или выступление. Другие какие-то лайвы. Как он смотрит, а? О, да. Я не помню просто этот момент даже, хотя песня, это ж легендарная, это ж песня. О, да. Класс. Супер дерзкий момент. Вот мне прям интересно, тот, кто создал эту песню, вот он именно так прочувствовал, как это потом Чингуку объясняли, или он привнес свое так. Мне с самого еще клипа, как у баб, нравится этот момент, где он такой, знаете, как будто котик выплывает. О, это мне очень нравится, этот момент. Да. Есть такие партии, которые являются самым таким изюмом, и это не обязательно припев, изюмом песни. Я, блин, так вообще все люблю. У них очень крутой музон. И он у них достаточно инфинито идентичный, можно я вот так выражусь? Я не знаю, кто это, как это поймет. О! Это хардкерри. Я не узнала по этой партии, прикиньте.
Но тоже я хардкори чаще припев где-то слышала. Иримин Джангук, меня зовут Чангук. Ребята, я настолько отставшая, что я не узнала вообще ни партию, ни песню. Я тоже этот момент не знаю. Слишком многое проходит. О, да. Вы знаете, что песню они так и называют Ирерон? Хоть на английском это Groove. Такой, типа, тихо, тихонечко, внимательно, я сейчас буду говорить EXO. Всех тоже хотят продолжения, да? Не я одна. Очень красивый вокал, а я, по-моему, даже и песню, может быть, не слышала или не запомнила просто. Прикиньте, да, может, я даже реакцию снимала, вот это будет обидно. Некоторые хоряги EXO это просто все для меня. Эти скакалки, эти барабаны. О. Ой, ребята, я люблю такое. Я не все знала, от этого мне стало, типа, знаете, ну не то чтобы так прям стыдненько, я подумала, так, мне надо еще больше врываться, наверное, в некоторые группы, потому что некоторые, не то что партии, я даже песни не узнала. То есть, может быть, если бы я припев услышала, я бы сказала, господи, неужели да, неужели это была она? Но это не факт, понимаете? Вы можете написать в комментариях свои убийственные партии, которые вы знаете, строчки и названия песни, и продолжайте мне присылать видосики для просмотра. Спасибо, что посмотрели этот вместе со мной, а на этом пока что все. Таран-таран, с вами была Ариран. Я всех люблю и целую. Пока-пока.